малом зале муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина в этот вечер царила особая атмосфера. 11 января бывшему директору учреждения Николаю Жукову исполнилось бы 55 лет, но в сентябре 2022 года его не стало. Провести творческий вечер памяти Николая Юрьевича решили еще во время прощания с руководителем. Была высказана идея сделать такое мероприятие музыкальное, чтобы почтить его память как руководителя культурно-досугового и творческого учреждения, чтобы это было концерт с его любимыми песнями, с его любимым баяном, с его любимыми музыкальными произведениями. Николай Жуков возглавил муниципальный центр культуры поселка совхоза имени Ленина в конце 2020 года и с энтузиазмом принялся за работу. В прошлом кадровый военный, он не имел специального образования в области культуры, но компенсировал это широкими познаниями в различных областях, вкусом и врожденным чувством прекрасного. Он эрудированный, образованный, оказался непростой биографией. Оказалось, что в искусстве разбирается получше тех, кто учился в этих институтах специализированно. Об этом же говорили на вечере и коллеги Николая Юрьевича. Каждому он мог найти особый подход, находил время выслушать и помочь. В коллективе он пользовался не только уважением, но и самой искренней любовью. И он как-то входил в наши сердца настолько постепенно, исподволь. Я не чувствовала никаких эмоций к этому человеку. И как-то он сумел вот так забраться в сердце, что до сих пор не отпускает. Во время работы Николая Жукова коллектив муниципального центра культуры пополнился плеядой талантливых преподавателей, закончивших престижные российские вузы. Каждый из них вспоминал бывшего руководителя с теплом. Для меня он сделал действительно очень много. Я его могу вот поставить, сравнить с близкими для меня людьми. После каждого выступления всегда он производил разбор полетов, критиковал, действительно, если что-то не получилось, да и хвалил, когда что-то было удачно. На творческом вечере прозвучало немало произведений, которые появились в репертуаре преподавателей Центра культуры, в том числе благодаря Николаю Жукову. Знакомые мелодии звучали по-особенному, и это отмечали все, кто был сегодня в зале. И он такой с улыбкой, и все равно слеза идет, и эмоции просто переполняют. Кто не выйдет на сцену, до слез доводит, просто вот своей улыбкой, своими словами в адрес доброго человека, хорошего. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.